Всем доброго времени суток, и сегодня у нас на обзоре меню нашей прошивки White Media для серии MT на 6 андроиде. Удобное и красивое меню настройки радиостанции в лучших традициях стиля White Media моментально поможет вам найти вашу любимую автомобильную волну, а использованный лучший, по нашему мнению, радиомодуль NXP6686 сделает прослушивание на дальних расстояниях таким же, как и в городе. С помощью музыкального плеера можно прослушивать большинство популярных аудиоформатов, а значит, вам остается только наслаждаться вашими любимыми аудиозаписями в хорошем качестве. А еще редко в стандартных приложениях есть опция «Текст песни». Устраивайте караоке прямо в своем автомобиле. К вашим услугам очень чувствительный и красивый эквалайзер. С помощью него вы можете легко настроить нужный вам пресет, а также отбалансировать звучание колонок по надобности. Мы предустанавливаем самые распространенные бесплатные навигационные системы в России, но вам ничего не мешает купить лицензионный Navitel на официальном сайте, кому что удобнее. Ни для кого не секрет, что Android имеет огромное количество приложений в своем Play Market, и все это доступно в вашей автомагнитоле. Вас ограничивает только ваша фантазия. Возможности хоть отбавляй. Видеоплеер поддерживает все распространенные форматы видео, а также с легкостью запускает видео с разрешением Full HD. Еще немного, и автомагнитолы будут запускать видео в 4К. Установка разнообразных полезных виджетов в одно касание. Настроить их очень легко. Просто перетащите нужный вам виджет на рабочий стол. С помощью встроенной функции Bluetooth вы можете осуществлять звонки, используя ваш смартфон. Достаточно соединить автомагнитолу с вашим устройством и загрузить вашу записную книгу. Помимо этого, возможно прослушивание музыки с вашего смартфона, переключая композиции как на автомагнитоле, так и на самом девайсе. Теперь разберем некоторые особенности данной серии. Фирменная прошивка White Media с качественным русифицированным интерфейсом на 6 андроиде, в то время как большинство бюджетных автомагнитол остаются все еще на 4. Полноценная подробная инструкция по всему меню. Не знаете, как что-то настроить, включить, прослушать? То, что вам нужно, 16 разделов на самые распространенные вопросы, которые могут возникнуть при работе с магнитолой. Ну и как же без штатных функций коншины? Все возможные данные, которые упрощают пользование автомобилем в наше время, будут выводиться на экран. Соответственно, если ваш автомобиль поддерживает коншину. Здесь вы найдете, как и всем привычные настройки, перешедшие с карманных девайсов, так и специализированные для штатных магнитол. Не забудьте про такую настройку, как белый список приложений. После сворачивания приложений система закрывает их, тем самым идет борьба за оперативную память, которая засоряется разными приложениями с всплывающими уведомлениями. В расширенных настройках головного устройства вы можете отрегулировать вашу автомагнитолу как душе угодно. Подробнее о них мы расскажем в отдельном видео.